Любимый бердянский зритель, именно для тебя есть отличная новость. КВН возвращается в Бердянск. Да, и это абсолютно не шутка. Чтобы убедиться в этом, приглашаем всех в субботу, 1 апреля, в городской дворец культуры имени Тараса Шевченко на Азовский кубок смеха 2017. Участвуют команды из Бердянска, Мелитополя, Мариуполя, Мангуша, Скадовска, Запорожья, Харькова и города Днепр. Начало 18:00. Друзья, поспешите приобрести билеты в кассе ГДК.